Американская компания Микки Томпсон недавно представила новую всесезонную грязевую покрышку Baja Boss. У покрышки совершенно новый асимметричный рисунок протектора, за счет которого шина меньше шумит, лучше рулится, держит прямую и лучше чистится на бездорожье. Компания заявляет для новой покрышки еще и другую конструкцию грунтозацепов. Сообщается, что они имеют сцепление на 50% больше по сравнению с предыдущими покрышками компании. Узнать новую покрышку можно не только по асимметричному и разреженному рисунку протектора, но и по новым боковым шашкам. Добавили дополнительные слои в корд боковин, которые стали более устойчивы к проколам. Компания сообщает, что колесо теперь более крепкое, более живучее. Километров в час. Резину практически не слышно. 80. То есть есть легкий, едва слышный фоновый шум, который, например, на городских скоростях практически не ощутим. Вот только где-то после 90 появляется легкий звук шин. Скорость 100, шум легкий фоновый практически теряется на фоне звука двигателя. На 120 сейчас нейтраль. Даже на дорожном давлении шин в 2 атмосферы, Baja Boss на раскисшем проселке, сохраняя способность чиститься, дает возможность управлять внедорожником на скользком грунте и выходить под сброс газа из колеи. Если же стравить давление до, например, 1 атмосферы, то движение по колеям становится еще более уверенным.